Друзья, привет! Как обычно, я готовлю хот-доги. Значит, распаковали мы целую кучу сосисок гору. И я еще вот так эти все сосиски нарезаю. Вот, можно по две. У вас, во-первых, сосиски будут красивее, когда поджарятся. И лучше прожарятся. Вот. Можно их вообще на сковородке пожарить. Так, и одна у нас это. Так, и сейчас мы все это отправим в духовку и поставим гриль. Если нет гриля, ничего страшного, просто ставьте вверх-вниз и как бы вот мы их поставим, посмотрим, насколько они поджарятся, потому как мы первый раз жарим на этой духовке, не совсем понимаем ее возможности. Так, ножик сюда, вот. Так, в тарелке? А как, ты думаешь, переложить туда? На эту штуку? Я думал так. Ладно, давай так попробуем. То есть мы их поставим вот сюда, посмотрим, что он нам покажет. Так, и сразу положим булочки. У нас есть такие булочки, смотрите, израильские. Вот вам прорекламирую немножко. Запомните название обязательно. Запомнили все. Прочитали, запомнили, да. И вот, но они нереально вкусно пахнут. По цене сейчас не сориентирую, потому что не совсем врубаюсь, как они, сколько они стоят. Вот. И отправляем их сюда прямо так. Я очень люблю хот-доги. Хотя, что такое хот-дог? Хот-дог это как обычный бутерброд, но тем не менее, сама его эргономика, как он так собирается, то есть его сюда раз, там открыли, положили сосиски, нажарили, там это все, и все. Вот. Хот-доги даже едят американские там клерки на Уолл-стрит, которые зарабатывают миллионы, миллиарды долларов, они выходят в обед и едят хот-дог в своем дорогом костюме, там, например, от Бриони, представляете? Вот что такое хот-дог. Так, все, я тут уже выставлял, конечно, тяжело разобраться. Ну вот я выставил, будем жарить как курицу. Закрываем и нажимаем старт. Все, видите, как оно все начало готовиться, чистое стекло, как всегда на кухне, вот, духовка Милли, ждем пока и будем собирать его до кучи. Так, у нас уже все готово, булочки мы тут два раза подогревали, вот они как раз тепленькие, то что надо, я думал туда сыр сразу сделать, чтобы расплавить их, но решил, что это уже будет чересчур. И сосисочки. Конечно, я вам скажу, если их обжарить еще на сковородке со сливочным маслом, то было бы вкуснее. Да и тут бы я бы еще. Но нам уже некуда ждать. Куда их? Уже и так долго жарим. Ну ладно. Все, пошлите. Горячее сырым не бывает. Так. Как говорили в детстве. Все, я беру стол. Ну они как бы такие. Просто подогретые. Да. Они не зажаренные. Вот. Это на них что такое? Пленка? Да, наверное, где-то не дорвала. Так. Но они не зажарены, мы их поэтому не зажарим. Так. Что мы делаем? И ванну давай сразу делаем. Да. Ванна, да, вот. Сыр Филадельфия. И кетчуп. Сырочек, сейчас. Ваня такой сыр любит вообще? Да. А ты не знаешь, да? Да он то любит, то не любит. Так. Хватит или еще? Еще, наверное, сверху сухо будет. Так, может кетчуп тоже надо добавить? Ну да. Так, идем сюда, друзья. Хот-доги я люблю есть и готовить. Я их и на костре делал, и ничем только не делал. Крутейшая тема. Мне очень нравятся хот-доги, гамбургеры. Хотя и для здоровья может не очень хорошо, но тем не менее. Так, что ему еще? Какую, ну, одну такую, наверное. Одну такую ложим. А соус потом? Поместится та или нет. Так. И одну такую. И такую. Еще есть. Соус? Ну да. А, сыр давай. Давай. Так,
Вот так мы его, да? Да, надо было так сыро между него сосить. Это если была духовочка понаряднее, мы бы... Вообще, по идее, еще вот так сейчас поставить с сыром. Духовку? Ну да. Чтобы немного сыр подплавился как бы. Было бы, мне кажется, круто. Ну, хочешь, сделаем. Кетчуп потом нальем? Да. Ну все, вот так. Теперь делаем нам. Тебе. Что делаем? Не майонез и кетчуп. Или ты сама сделаешь? Да, давай сама. Ой, говорю, слюнки текут у меня. Это прям целый процесс формировать себе хот-дог. Вы сами решаете, что вам туда положить. Видите, Кристина не удержалась, решила сама это все сделать. Не доверяет моей руке. Доверяю, просто. С майонезом сейчас его в духовку отправлять будет не очень вообще. Да ну, что он горячий майонез как бы будет. Жирная слишком. Я думаю, так надо уже садиться и есть. Ну ладно, садимся и едим раз. И мне такой же, так же самое делай тогда. Раз ты так быстро сделала. Майонез какой-то не такой, честно говоря. Я помню, у нас раньше еще ложили сюда и капусту, так ложили вот салат достала, с капустой. Ложили морковку корейскую, огурцы ложили. Я в парке, помню, ездил, ну, по молодости в парк и покупали вот так хот-доги. Качество сосисок, конечно, оставляло желать лучшего. Хотя, в принципе, я и не знаю, какие сейчас по качеству эти сосиски. Ну, пахнет неплохо, да. Давай сырочек еще сюда. И будет то, что надо. Так. Себе я еще вон рукколы и капустки. Но это, наверное, уже за кадром. Как мы будем кушать, да? Есть, да. Все? Вот себе, давай. Ну, давай. Не, в духовку отправлять не надо. Да не будем уже вообще никому отправлять. Садимся, наверное. Да. Теплая и теплая. Ну, все, может быть, понадобится еще соус. Огурчики. Огурчики на прикуску. Давай попробую. Ёли-паля. Друзья, хот-дог есть хот-дог. Капает майонез. Конечно, не совсем удобно и комфортно его есть, но уличная еда самая вкусная. Так что не стесняйтесь, готовьте дома, кушайте вкусно и не забудьте подписаться на наш канал. А мы идем нормально завтракать.